Ну что, друзья, всем привет. У нас практика медитации Mindfulness. И перед тем, как начать практиковать, вы должны осознавать, что это вам вообще даст. И первое в этом списке, самое важное, я считаю, умение контролировать свои эмоции. Уменьшение тревожности, управление стрессом, улучшение памяти, повышение качества сна, повышение личной эффективности, повышение концентрации внимания и умение успокаиваться, расслабляться, запасаться энергией на долгое время. Вот, поэтому личная ответственность превыше всего. Сами для себя должны осознавать, что это для вас значит, почему вам вообще необходимо это делать. И желаю вам благоприятной практики, смелости в этом пути, потому что практика медитации занимает достаточно больше усилий, а на первых этапах это прям очень тяжело. Поэтому позвольте себе эту привилегию практиковать и получать желаемый результат. И сейчас прошу вас принять максимально удобное положение, сидя, лежа, либо облокотившись на спинку кресла. И важно, чтобы ваше состояние сейчас было максимально спокойным, расслабленным, чтобы у вас не было дискомфорта. Потому что если вы будете практиковать медитации, когда вам плохо и тяжело, вы себя обрекаете на то, чтобы это стало компенсацией, а не практикой медитации. То есть вы не будете отличаться вообще ничем от тех йогов, йогинь, которые практикуют медитации и думают, что им помогает. Они просто лишь используют медитацию как средство компенсации, как средство улучшения своих когнитивных функций префронтальной коры. Поэтому делаем приятный глубокий вдох. Вот. И на выдохе закрываем глаза и позволяем себе физически расслабиться еще более полно. Но если вам все-таки дискомфорт, предлагаю поставить на паузу, пройтись, подышать, все-таки вернуться в состояние комфорта и начать практиковать. Поэтому еще раз глубокий приятный вдох. На выдохе закрываем глаза и расслабляемся более полно. Мысленно пробегаясь по телу и полностью выпустите все напряжение. Словно из вас вылетает весь дискомфорт, весь мусор, все напряжение. Глубокий вдох. И так дышим около 1 минуты. Спокойно, на своих мыслях, на дыхании, никуда не переносим. Концентрируемся именно на этом состоянии. Спокойно, в течение 1 минуты дышим и позволяем всему происходить. Потому что по умолчанию это нормально. По умолчанию таковым и является. Дышим вниз, с живота и наблюдаем за своим состоянием, за своим дыханием. Комфортно, приятно, расслабляя все тело. Чем лучше вы сможете расслабиться, тем более приятной, благоприятной будет для вас практика медитации. Очень хорошо. И в этот момент фокусируем все свое внимание на животе. Начинаем наблюдать за тем, как он плавно расширяется на вдохе и сужается на выдохе. Глубокие, приятные. Как расширяется на вдохе и сужается на выдохе. Фокусируем все свое внимание на животе и начинаем за ним наблюдать. И через 20-30 секунд позволяем мыслям отвлечь нас. Не сопротивляясь этому, а отмечаем, что мы отвлеклись на свои переживания, свои какие-то чувства, свои мысли. О боже, вам тревожно, может быть дискомфортно, либо ничего не получается, либо тело трясется, либо любой другой дискомфорт, что-то чешется. Нам важно лишь это заметить. И теперь, когда мы отвлеклись, мы снова возвращаем все свое внимание на дыхание, наблюдение за низом живота. Мы дышим диафрагмой. Все ваше внимание вниз живота. Глубокие вдохи. 5 секунд на вдох. 5 секунд на выдох. Очень хорошо. Позволяем себе это приятное, комфортное наблюдение за низом живота. Очень хорошо. Очень хорошо. И теперь вновь переносим свое внимание на мысли. Позволяем отвлечься на наши мысли. Как что-то нормальное, комфортное. По умолчанию, которое есть в нас. Мы не боремся с нашими мыслями. Не пытаемся успокоиться. А просто меняем фокус внимания. Потому что наши мысли по умолчанию нормальные. Мы нормальны в своих мыслях. И когда вы заметили, что отвлеклись на свои мысли, либо намеренно принесли внимание, вновь возвращайтесь
на дыхание вниз живота. Направьте туда все свое внимание и позвольте себе концентрироваться на вашем дыхании, направляя все свое внимание на низ живота. Глубокие, приятные вдохи в самый низ живота. Очень хорошо, очень хорошо. Все внимание направляем на низ живота. И в этот момент переносим внимание опять на мысли, на то, что беспокоит и происходит вокруг нас. И тем самым, тренируя свой фокус внимания и переключение с ваших мыслей на ваше дыхание. И в этот момент все ваше внимание на ваших мыслях. Позволяйте вашим мыслям быть по умолчанию, потому что они по умолчанию правильные. И теперь плавно переносим внимание на свое дыхание, на низ живота. Просто потому, что ваше дыхание вам позволяет использовать инструмент и расслабляться еще более полно. Все внимание на низ живота. Вы концентрируетесь на вашем дыхании. Мой голос – проводник для вас, а вы концентрируетесь на вашем дыхании. Глубокие вдохи. И в какой-то момент мы переносим наши мысли вновь, наше внимание на нашу мысль. И тем самым тренируем нашу префронтальную кору, чтобы она была у нас развитой. И вы можете ощущать даже легкую усталость, напряжение, что как будто медитация не приносит спокойствия, а лишь добавляет дискомфорт. Но это нормально. Эта медитация для этого и служит. Для тренировки вашей префронтальной коры. И поэтому вновь переносим все свое внимание на дыхание, на низ живота. Глубокие вдохи. Максимально глубокие вдохи. Очень хорошо. 5 секунд на вдох. 5 секунд на выдох. Очень хорошо. Тренируем наше внимание максимально глубоко и полно. И в какой-то момент вновь переносим на наши мысли. И мы сейчас с вами тренируем нашу нервную систему реагировать максимально комфортно, максимально хорошо. Вот, в самой-самой приятной, комфортной для вас форме. И в этот момент, когда вы осознаете, что ваши мысли вновь вас унесли, возвращайтесь вновь дыхание на низ живота. Глубокое дыхание диафрагмой. Очень хорошо. И вы уже начинаете привыкать. И, возможно, ваше тело до сих пор сопротивляется. Абсолютно нормально. Всегда сложно начинать, поэтому мы позволяем всему тому, что происходит, просто происходить. И дышим вниз живота. Максимально глубоко. Очень хорошо, очень хорошо. И теперь вновь, как и до этого, мы позволяем нашим мыслям взять над нами верх. Мы запускаем нашу парасимпатическую нервную систему расслабления. Мы стимулируем свой блуждающий нерв, тем самым приводя в себя в еще более комфортное, приятное, спокойное состояние спокойствия, расслабления и отдыха. И мы вновь переносим свое внимание на дыхание, тем самым тренируя префронтальную кору, позволяя ей функционировать еще лучше, еще более полно. И тренируем нашу диафрагму. Мы тренируем, чтобы она функционировала максимально глубоко. И если в какой-то момент, даже во время внимания и концентрации на дыхании, вы заметили, что отвлеклись, вновь возвращаемся на дыхание, на низ живота. Делаем глубокий вдох и вновь позволяем нашим мыслям просто быть. Все внимание на наших мыслях. Очень хорошо, плавное, легкое. Внимание на наших мыслях, дышим также вниз живота. Даже когда вы уносите свое внимание на мысли, мы также глубоко дышим. И теперь в этот момент вновь переносим все свое внимание
на низ живота, расширяя нашу диафрагму и после сужая ее. Комфортное, приятное, медленное дыхание, уносящее вас в самое спокойное, комфортное состояние. Глубокое, медленное дыхание в самый низ живота. Очень хорошо. И у вас могут быть какие-то мысли тревожные. Боже, как же меня все уже достало, как мне надоело тревожиться. Люди живут какой-то своей жизнью, у них все нормально и хорошо, только один или одна я, постоянные тревоги, напряжение, дискомфорте. Просто позволяем этим мыслям быть, плавно переносим все свое внимание вновь на низ живота. Дышим максимально глубоко, максимально полно, полностью позволяя вам сконцентрироваться на дыхании. Потому что дыхание – то единственное, что может позволить вам находиться в спокойствии, расслаблении и отдыхе. Глубокое дыхание в самый низ живота. Очень хорошо, очень хорошо. Погружаясь и расслабляясь, позволяя себе окунуться в самое приятное, комфортное состояние спокойствия, расслабления и отдыха. И вновь наши мысли уносят нас в свой собственный мир. Мы начинаем находиться в нем. И в какой-то момент, осознавая, что ушли из дыхания, вновь одергиваем себя и возвращаем на дыхание вниз живота. Очень хорошо, полностью, все внимание вниз живота, глубоко, полностью, позволяя себе погрузиться гораздо глубже в самое комфортное, спокойное состояние. Глубокие вдохи вниз живота, максимально глубоко, максимально спокойно и медленно, полностью погружая себя в это состояние. Теперь, как и до этого, переносим свое внимание на мысли, которые нас беспокоят, которые для нас важны. Мы концентрируем свое внимание на этих мыслях. Очень хорошо. И возвращаем это внимание на дыхание. Глубокое, плавное дыхание в одном темпе. Если тяжело дышать глубоко и плавно в одном темпе, можете подстроить свой собственный. Главное, чтобы он был для вас комфортный. И плавно переходить к дыханию 5 секунд на вдох. 5 секунд на выдох. Очень хорошо. Очень хорошо. Глубокое дыхание вниз живота. Прекрасно. И как и до этого, переносим наше внимание на мысли. И к этому времени вы прям уже можете устать, может быть тяжело, и уже даже может ощущения в голове быть. Но это прекрасно, потому что в этот момент ваша префронтальная кора усиливается и тренируется. Именно этого мы с вами и добиваемся. Поэтому вновь переносим все свое внимание вниз живота и концентрируемся на этом состоянии. Максимально глубокое дыхание в низ живота. Прекрасно. Очень хорошо, полностью погружая себя в приятное, комфортное состояние. А теперь переносим свое внимание на мысли. Очень хорошо. И держим свое внимание именно на мыслях. Очень хорошо. Наши мысли позволяют нам тренироваться. Они не хорошие, не плохие, они просто мысли. А теперь, позволяя и осознавая это, вновь переносим наше внимание на низ живота и погружаем в себя еще
более полно, еще более глубоко. Очень хорошо. Все внимание на глубоком дыхании. Максимально глубоко и максимально полно погружая себя в это состояние. Прекрасно. И в этот момент переносим все внимание на мысли. Наши мысли помогают нам просто быть, просто понимать. Они никакой информации не несут для нас. Ужасной, негативной. Мы не сопротивляемся, мы принимаем и понимаем, что это просто мысль. И в этот момент вновь переносим все свое внимание на дыхание. Очень хорошо, очень хорошо. Полностью до конца осознаем и понимаем. И дышим глубоко. Глубокие вдохи в самый низ живота, позволяющие нам чувствовать себя еще более полно, еще более комфортно. Приятно, комфортно. В самый низ живота. Очень хорошо. Спокойно дышим в низ живота. За ваше состояние. И вот наша медитация подходит к концу. Мы также дышим глубоко, как и до этого, позволяя всему происходить. Только потому, что можем себе это позволить. И выбираем новое, комфортное, приятное для себя состояние спокойствия, расслабления и отдыха. Вновь переносим свое внимание на низ живота. Делаем еще один приятный глубокий вдох и выдыхаем. Вот, продолжительно выдыхаем. Еще один приятный глубокий вдох. И также глубоко и полно выдыхаем. Очень хорошо. Еще один глубокий вдох вниз живота. Полностью выдыхаем. Полностью. На этом практика. Медитация подходит к концу. Практикуйте ее 4 раза в день. Набирайте час медитации в день. И тогда через 3 месяца ваша префронтальная кора станет настолько сильной, что любой стресс, любая тревога будет лишь каким-то минутным непонятным действием. А спокойствие и комфорт будет максимально всегда и рядом с вами. Благодарю вас за внимание.